К новостям в мире. Новая волна аномальной жары накрыла несколько городов на северо-западе Китая. Столбик термометра приблизился к 40 градусам Цельсия. В городе Турфан, одном из самых засушливых мест в мире, также известном как Огненная земля, зафиксировано 67 градусов жары. Власти популярного среди туристов региона оборудовали дополнительные зоны отдыха с кондиционерами и медицинскими препаратами для профилактики теплового удара. В Пекине объявлен желтый уровень опасности из-за сильной жары. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха там не опустится ниже 35 градусов в течение 4 дней подряд. Пик жары наступит к концу недели, прогнозируют синоптики.